Блять, громче, сука. Там ничего не было важного, все хорошо. Боятся конкурентов. Ачху, блять, ебать, все. Почему темно-темный топ? Можно поставить темную тему? Это я темная тема, посмотри на меня. Я стала темной темой. Должно быть прям супер. Мина! Ай. Чапа! Мина! Ну, пацаны! Ой, где? Ой! Можно мне смотреть, сказать, нихуя! Поеду в магазин сегодня. Ха-ха, ебать, а вот это пиздатая тема, атака. Что? Вот эти вкус уже другой. Бля, это как я, дегустатор, короче, с этими. Вот эти вкус уже другой. Пошла не с другим вкусом. Уже как долго можно... Серьезно, ну, блядь? Блин, а почему мы занимаемся сексом все время в спальне? А не пойти ли к нам в ванну сегодня вместо этого? Или даже, может быть, на кухню? За титул победителя сезона боролись еще двое участников. Подопечный Валерий Меладзе Максим Ержан и Валерий... Сейчас ОБС на экране решит проблему. Блять, у меня просто в ОБС ничего не отображает такого. Хотите, я перезапущу? Написала. Да какого хуя, блять? Да что за девки, блять, постоянно у меня в хате? Таня. Пиздец, блять! Че за челка на моем месте сидит, я не поняла. Это кто, блять? Это кто? Пиздец. Надо Максу, блядь, будет сказать, что какие-то левые люди у нас в хате постоянно сидят. Пацаны, блядь. Я что-то не поняла, блядь. Максим, что за хуйня? Хорошо, они мой вейп не трогали. Ты что, рофлишь, дядя? Ты посмотри на меня, типа. Чем я сейчас занят? Чем ты сейчас занят? Я родилась. Что происходит, блядь? Да, всем пока, короче, я замуж выхожу. Спасибо за фоловчик. Какой? Паша замуж? Дизель, я думаю, это плюс 8. Какой, блядь, замуж, нахуй? Какой замуж? Алло, какой тикай, нахуй замуж? Тикай, блядь, тикай! Какой нахуй замуж? Тикай! Пожалуйста, блядь, заберите ее вместе с ее шарами из ее квартиры, блядь. Заберите нахуй ее, пожалуйста, блядь. Изолируйте ото всех, я вас, блядь, прошу. Пиздец. А, ребят, два бобика к Танюхе. Как слышно, блядь? Все, я понял. Узнали? Пацаны, блядь, два баллона, блядь. Ой, два баллона. Два бобика. Надо просто дождаться вас круг, короче, машину сесть. Танюхе два баллона отправили вместо двух бобиков, блядь, на хелпу. Я не разъеб... Погнали! Привет! Ебанутым с добрым утром, привет! Здравствуйте. Принес старые волосы. Как, блядь? Ебать, ты чё, нахуй, кошка, я не пойму? У тебя, сука, 9 жизней! Нихуя себе ты с лёту выёбываешься! Ебать, на лещи рассчитан на два вы... Нихуя! Пусть извиняются, блядь! Ебать, Манурин! Извинись, нахуй! Ебать! Ебать! Ты чё? А потом... Ребята, запомните этот момент. Запомните этот момент. Пожалуйста, все. Все сейчас запечатлите этот момент. Я очки потеряла. Могу вам погромче сделать? Я могу чуть потише сделать.
Чаще напишу, блядь, в ебучий магазин, блядь, этого ёбаный робот, это казино, как говорится. Я, блядь, в моём познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь, как эта Земля. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного, блядь, покоя, умиротворения и вот этой гармонии, от слияния с бесконечным вечным, созерцание этого великого фрактала. Поможешь? У меня никак. Можно смотреть на три вещи. Как течет вода, как горит огонь и как кто-то работает. Никогда не надоест. Просто я лишь А ты в Москве что делаешь? Я? Просто отдыхаешь? Да, отдыхаю. Ой, блядь, пиздата. И как город? Да я тут, знаешь, не первый раз, нормально. Если ты скажешь кусь, я съем свой носок. Давай, город, хорошо. Кусь, мур, ня. Кушай свой носочек. Угу. Есть чем заняться, скажу так. Заебись. Вон, Таня вчера писала, мы встретились, блядь, сходили шары погуляли. Я еще не, типа, не фоткаю на живых кофте, потому что ее нет, блядь, все еще, сука. Блядь, что? Сейчас я напишу, блядь. Ты чего, блядь, позволяешься? Я еще не знаю, как я рассказал, что ты мой. Добрый, блядь, день. Здесь. Я ненавижу эту, блядь, ебаную игру, нахуй, я ненавижу. Сегодня же третье число. Я просто ее ненавижу. А. Сегодня третье число, да? А-а-а. Да? Третье? О, велосипеды бесплатные. Сегодня... кататься можно, вообще... наверное? Это наши велосипеды. А можно покататься? Нет. Почему? Потому что мы за них заплатили. А, я не знал. Я думал, бесплатный стоит. Нет, нельзя, сучка. Она что-то вообще как-то испугалась сразу. Я, наверное, батя сказал, типа, защищаю велосипеды. Да. Типа, такого, она такая, не знаю, как за свою девственность держится, наверное. Ну и все, вообще, я сейчас ее отведу, и девственности больше не будет. Да. Ладно, все, улучшу. Ты за деньги, что ли? Бля, это что, Вормс? Не, не без денег. Дай срок. Это Вормс? Это лучший, нахуй. Премия Дарвина, тупо ебать. Ты еще лет тут говна не видел. Спасибо большое, Дим. То есть здесь может и дерьмо прям выпасть, да? Чего, блядь? Не придет сообщение. Серьезно? О том, что я могу... Кайс, я не знал. Заказ. Или мне еще неделю, блядь, подождать. Блядь, во. Две недели я жду свой блядский заказ. Это моя вагина захлопнулась только что, блядь. Да, ребята. Так что там с Пашей, маленьким членом? Только Паша. Расскажи, сколько... Я, блядь, боюсь что-нибудь сказать не то. Так что пока что мы это, ага. Сколько она стоит? Ну, сумка, я не знаю, она, мне кажется, $1000 стоит где-то. Но мне мужчина подарил. Бля, Манурин, включай дальше! Включай дальше, слушай дальше. Пожалуйста, включи дальше. Мой бывший. Дальше. Вот, правда, он умер уже, вот, поэтому... Пресс-эф в чат. Смотрите, как она ебала дернулась. Сука. Мой бывший. Ща. Вот, правда, он умер уже, вот, поэтому... Пресс-эф в чат. Блять. Да, блядь, пиздец.
Yeah, yeah.